trampoline and consistency. В Париже Иван Литвинович стал двукратным олимпийским чемпионом. And Olympic champion. Когда Иван заканчивал, вы уже понимали, что это медаль, и понимали, что это суперкласс? Я понимала в этот момент о другом. Он не доделал концерт. То есть он 20 мят должен был плечи поднять, он опустил руки. И когда он выступил, у меня был вопрос, почему ты позволил вот так сесть? Это Бродиловская. Как вот вам удалось ее подготовить к этим стартам? В ней заложены все качества. То есть она трудолюбивая сама по себе, она готова выполнять. Но вот не хватало всегда вот какого-то, какой-то двигательной памяти. Вот научишь спортсменку открываться правильно, на следующий день приходишь, что с самого начала с нуля. Ну как там? Встречайте, главный тренер национального волейбольного клуба «Шахтёр» Ольга Анатольевна Власова. Чемпион Олимпийских игр Иван Литвинович. Серебряный призер Олимпийских игр 2024 – Уважаемые друзья, от лица всей спортивной общественности и Витебской области я искренне хочу поздравить наших чемпионов, наших победителей с таким высочайшим результатом на Олимпийских играх. Несмотря на все ситуации, которые у нас происходят в мире, наши спортсмены, представители нашей страны доказали, что являются лучшими. И что школа батута Витебской области и школа батута Республики Беларусь является сильнейшей в мире. Thank you.